можемо. Ще й з літа запасаємося вареннями з малини, але увага, вживати малину при грипі або ангіні категорично забороняється. Если вы заболели гриппом, ни в коем случае нельзя использовать малину. Салициловая кислота малины только расширит артерию, поясняет диетолог. Тиск снизится, и нырки перестанут фильтровать кровь. То есть вроде как организм чистится, визуально человек видит, но он выключил более мощную систему, которая в несколько раз больше токсинов выводит. Застуда атакует? Не падайте вічей. Пити пігулки ще зарано. Обвішувати хату часником и сподіватися на диво теж не варто. Хоча... Если у человека положительный настрой, что чеснок и лук ему поможет, то, естественно, он на 30% ему поможет. Но это не факт, что эти 30% именно под воздействием лука и чеснока. Они вполне могут быть под воздействием психологической настроенности. Усе ж на чесник и цибулю краще не молитися, а вживати их. Головне знати, як правильно, щоб одужати. День у меня начинается вот с борща, с чесноком. Можно небольшими долечками, да, нарезать чеснок и глотнуть его, то есть не разжевывать. Таким образом, конечно, безусловно, запах будет какой-то, но он будет немножко меньше. Цибулю и чесник краще вживати увечері и всією родиною. Лучше плохо пахнуть на этом свете, чем хорошо на том.